Дорогие друзья, добрый день. Я вас поздравляю всех с наступившим замечательным праздником Новым годом, прошедшим Рождеством. И желаю вам всем доброго здоровья прежде всего, приятных, замечательных впечатлений, которые нам иногда дарует жизнь. Конечно же, любви к музыке, ко всему прекрасному, то, что нам тоже дает наша неожиданная и прекрасная жизнь. А сегодня мы с вами встречаемся. Вот очень интересный повод поговорить о двух великих мастерах, о двух гениальных художниках, которые были, действительно, каждый из них был сведущим не только для своей родины, но и для мирового искусства. Ференц Лист, Франц Шуберт. Кстати, у Листа было тоже имя при рождении дано. Не Ференц, а Франц Лист. А уже в написании и в преломлении к венгерскому языку это же было имя звучало Ференц Лист. И замечательные две даты отмечает вся музыкальная общественность. Вы знаете, Франц Шуберт, сейчас везде его музыка звучит, 200 лет со дня рождения. И вот перелом 18-й, конец 18-го и начало 19 века миру подарил таких двух разных и очень сходных во многом великих художников. Но вначале мы послушаем. Ich höre ein Bächlein im Hause, und aus dem Felsen quält, wie lang zum Tage rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer mir da mir kam. Ich musste auf die Ufer, wie meinen Vater traf. Ich musste auf die Ufer, wie meinen Vater traf. Hinunter die Befreiung. Произведение чье? Ну, смелее, смелее. Многие знают. Ну, пожалуйста. А? Не слышу? А, путь. Ну, это не совсем так. То есть это... А кто автор? Шуберт, правильно. Но это не совсем так, потому что это действительно из цикла «Прекрасная Мельничиха», но не первый номер, не то, с чего начинается цикл «В путь», а дальше, когда странствие продолжается по берегу ручья, и молодой путник идет и смотрит окружающие красивые, да, местности. И вот это называется «Вухин». Куда? Куда он идет? Правильно. Конечно же, это музыка великого Франца Шуберта.
И тут вспоминаются слова, сказанные Антоном Вильштейном, что именно песни Франца Шуберта составляют жемчужину в короне немецкого возрождения. И действительно, вот это богатейшее сокровищничество, которое создано было Францем Шубертом, оно не только сокровищница своей страны, а мирового искусства. Мы еще обратимся к песням Шуберта, но я должна сказать, что вот вы слышали сейчас уникальное исполнение, потому как звучал голос. Ну, наверное, сейчас уже можно с позиции нашего времени сказать, что это великий певец. Фишер Дискау, это немецкий певец, который записал всю лирику Шуберта. Все произведения для своего голоса, написанные Францем Шубертом. Это колоссальнейший труд. И вот вы, наверное, обратили внимание на то, что звучало это произведение на языке оригинала. На каком языке? На немецком, правильно. Вот произношение даже, фонетическое произношение Фишером Дискау уникально, потому что каждое слово слышно идеально. Вот эта вот идеальная дикция, которая очень с большим трудом достигается очень немногими певцами, мы это знаем. И помимо того, ощущение стиля, уникальное ощущение стиля. Нет ни одного пережима, нет ни одного, так сказать, сверхфорта или пиано неслышимого, или форта громкого. То есть все оттенки, на что способен человеческий голос, а человеческий голос способен очень на многое. Это выразительнейший инструмент. Недаром многие музыканты признавали, что самый красивый инструмент и самый трудный инструмент для того, чтобы воспроизвести произведение музыкальное, это голос. Им надо владеть. Так вот, Фишер Дискау владеет бесподобно своим голосом, а голос очень красивого тембра. К сожалению, записи тоже изменяют немножечко тембр. И вот то, что мы сейчас слышали, это давняя запись, сейчас уже выпущены компакт-диски, конечно, с голосом Фишера Дискау. Но вот это замечательное исполнение лирики Шуберта, и не только Шуберта, разумеется, делает его выдающимся интерпретатором музыки великого мастера. А вы, наверное, также обратили и на тот момент, как звучит рояль. Вот это тоже очень интересный музыкант, на которого мне бы хотелось обратить ваше внимание. Потому что это Джеральд Мур. Это музыкант, который сотрудничал в течение многих-многих лет с Фишером Дискау и записал с ним почти всю лирику Шуберта. Это музыкант, который сотрудничал не только с Фишером Дискау, а в свое время сотрудничал с Федором Ивановичем Шаляпиным. Ему очень многие к нему обращались певцы с тем, чтобы он посвятил им свое время. И Джеральд Мур готовился к пианистической карьере, карьере концертного исполнителя. Но потом увлекся камерным музицированием. И вот то, что он достиг, чего он достиг в этой области, действительно замечательное достижение. Это мы можем сейчас уже с позиции нашего времени, с позиции сравнительного анализа сказать, что это прекраснейший партнер для такого великого музыканта, каким является Фишер Дискау. Ну, а вот сейчас мне хотелось бы, чтобы мы услышали не запись, а живую музыку. Прикосновение юных музыкантов к этой музыке замечательной, оно тоже вызывает вот какое-то вот это трепетное отношение к творчеству, оно тоже вызывает свою интерпретацию великого мастера. Мы сейчас послушаем одни из последних опусов фортепианных, созданных Францем Шубертом. Это 142-й опус, 4 экспромта. Вот из этого цикла мы услышим 2 экспромта. А исполняет Мария Зайцева. Попросим. Thank you.
Мы сейчас с вами слушали эту замечательную музыку, и мне вспомнили слова выдающегося пианиста Артура Шнабеля, который сравнил творчество Моцарта, Шуберта, Бетховена. И вот он сказал очень интересным, живописным, я бы сказала, языком. Он представил себе, Моцарт — это сад, он сказал. Бетховен — горный кряж. А Шуберт — это лес на солнце и в тени. Действительно, свет и тень, который дается музыке Франца Шуберта, удивительно. Мажор и минор постоянно звучит. Ну как жизнь наша вся, она состоит из приятных и неприятного, из напряженного и прекрасного. Жизнь изменчива. Так и музыка, созданная гениальными мастерами. А сейчас мы послушаем еще одно замечательное произведение. Я думаю, что вы угадаете это произведение, но вы также и насладитесь исполнением, потому что певица, которая будет петь, может быть, я даже не буду ее называть, может быть, вы мне скажете, кто это поет, но певица, она в совершенстве также владеет и голосом своим. И манеры камерного исполнительства – это тоже очень трудная манера, в отличие от оперной. И та другая, и это трудная, но есть своя специфика. И она прекрасно владеет словом, дикционно, выразительнейшим словом музыкальным, интонационным словом. И также внутри музыки Франца Шуберта. Пожалуйста. Которую зовут как? Кто знает? Камерная певица, записавшая почти всего Шуберта, Виктория Николаевна Иванова. Вот это замечательный мастер. Я даже не представляю себе еще одно имя рядом с ней, если говорить о камерном исполнительстве, если говорить о произведениях Франца Шуберта. Конечно, надо сказать, что запись весьма несовершенна. И вот было время, когда Виктория Николаевна была гостем наших встреч. Это было, наверное, лет 10 тому назад. Вот в этом зале она пела Шуберта, она пела Шумана. Это были замечательные встречи с большим мастером.
Но сейчас вот голос остается только в записи Виктории Николаевны. Я хочу пригласить на сцену. Сейчас у нас в гостях тоже очень интересный человек, большой мастер, заслуженная артистка России, профессор Российской академии музыки Мария Гамбарян. Просим, пожалуйста, на сцену. Хочу два слова, пожалуйста, присядьте. Я хотела два слова сказать, во-первых, о Марисе Павловне, о традиции, которой она, наследницей которых она является и продолжает традиции в самом лучшем смысле этого слова, потому что традиции, преемственность традиции – это то самое звено, если его убрать, музыка теряет большое свое значение, потому что мастер, вот как сказал когда-то Роберт Шуман, что мастера взращивают мастера, не ученика, а мастера. Вот это действительно замечательные слова, потому что он говорил это по поводу Ференца Листа, а это применимо к любому творческому замечательному делу. И вот уже на протяжении многих-многих лет Мария Степановна занимается воспитанием, именно взращивает мастеров. Вот сегодня мы слушали ученицу Марии Степановны, Марию Зайцеву. Это юный музыкант, который, кажется, как мне кажется, перенимает все лучшее, чем владеет Мария Степановна и чем владел ее учитель. А учитель был тоже замечательный музыкант, Константин Николаевич Игумнов, я правильно говорю? И мне бы очень хотелось подчеркнуть, что вот традиции русского пианизма, традиции, которые так живы, еще пока живы, так сказать, хотя это уже очень время у нас такое жесткое, и постепенно традиции некоторые исчезают. Но вот благодаря тому, что есть продолжатели, есть хранители этих традиций, у нас, слава Богу, еще есть русская пианистическая школа, которая отличается многим, многим, и самое главное, чем это декламационностью, необыкновенным прикосновением к вот этому инструменту, из которого можно любые звуки извлекать, от самых прекрасных до самых ужасных, потому что иногда рояль превращается в молоточковый инструмент. В ударный инструмент. И тогда он теряет все то, что наработано веками. Что наработано веками замечательными школами пианизма. И вот Марья Степановна владеет этим искусством, владеет прикосновением, владеет туше, так называемым. Владеет тем, чему отдавал предпочтение ее учитель Константин Николаевич Игумнов. Так ведь я говорю? Я бы очень хотела, чтобы вы чуть-чуть рассказали вот о том, что вы в своих учениках, мы уже слышали часть, так сказать, ваших учеников, но чем вы непосредственно с ними занимаетесь, как вы с ними занимаетесь и как вы охраняете заветы своего учителя? Вы знаете, трудно сказать об этом. Трудно об этом сказать, потому что так в повседневной работе ты даже и не замечаешь иногда, что ты делаешь. Но, видимо, вот так с первого, когда по пятый курс учатся ученики, на пятом курсе ты вдруг замечаешь, что, оказывается, они восприняли именно вот то, чему хочешь учить. А учить хочешь чему? Вот, конечно, вот эти традиции, о которых говорила Татьяна Георгиевна, это пению на рояле, звукоизвлечению, импровизационности. В основном все-таки содержание, в первую очередь, музыки, образное мышление. Вот это, видимо, самое основное. Правда, сейчас все-таки другая эпоха. Мы не можем
от этого уйти никак, потому что в каждую эпоху свой вкус, свои традиции, свои новые какие-то. Безусловно, вот в нашу эпоху, когда есть так развита звукозапись, механическое вот это слушание музыки, неживой музыки, безусловно, это наложило какие-то, как, наложило отпечаток на исполнительское искусство молодежи. То есть очень ценится точность прикосновения, точность игры, техника, пианизм. Это все больше ценится, чем может быть раньше, потому что раньше за счет образного мышления, за счет вдохновения прощалось очень многое в пианизме. Я помню и Гумнова, и Гауза, и часто в них много и смазывалось, и где-то они сбывались, и что-то такое случалось, но настолько было вдохновенно целое исполнение, что забывалось вот про это. Но тем не менее, я, несмотря на то, что вот сейчас, конечно, несколько другое направление в искусстве, мне кажется, что вот такие именно традиции вот русской классической школы, они не умрут, потому что это свойственно именно России. И это будет существовать, пусть это не во всех, в единицах, но это обязательно будет существовать и, по-моему, не пропадет. Я это говорю, судя по нашим ученикам, не лично моим, а вообще вот новому поколению. Да, там среди общего направления есть отдельные, совершенно замечательные, именно сохраняющие, вот у которых природно это есть, потому что это впитано, очевидно, вот с молоком, с российским молоком, что не знаю, как это сказать. Да, естественность. Естественность, естественность, непосредственность, душевность. Вот это может быть. А проблема звукоизвлечения – это, пожалуй, самое сложное. Это еще Генри Густавович Мегауз так говорил, что искусство пения на рояле – это самое сложное искусство, действительно. А если еще оно и повернуто в сторону содержательного процесса, осмысления вот того, что происходит, какие события происходят в исполняемом произведении, то это тогда дает какое-то совершенно новое качество. И дает вот то, что называется тем, что называется настоящее исполнительство, настоящая интерпретация интересная, искусство интерпретации. Потому что оно сложнейшее это искусство. И вот я хочу сказать, что ведь традиции эти, естественно, не возникли вдруг. Они возникали очень долго, и эти традиции – это особенность русского музицирования, особенность, как говорится, какой-то русской школы пианизма. Безусловно, мы отмечаем всегда в тех, кто ее исповедует, кто, так сказать, ей живет. А вместе с тем эта традиция наложилась на то, что создано было великим Листом, великим Рубинштейном. То есть это традиции настоящего пианизма, традиции те, что, скажем, Ференц Лист создал симфонический инструмент, рояль. То есть это тот инструмент, который, вот как он вообще, будучи новатором, создавал и новые жанры, как симфонические поэмы, одночастные. До него программы симфонических поэм как таковых не было в музыке. А именно Лист является новатором. Именно Ференц Лист является новатором и в области фортепиано. То, что он сделал в пианизме, в фактуре фортепианной музыки, опять же, в преломлении своего национального через фортепиано, через слышание фортепиано как инструмента богатейшего в смысле тембров, вот то осталось. Эта традиция осталась. И вот когда мы говорим о том, что Шуберт, Лист, два как бы очень разных композитора, но и очень близких. Потому что мы можем вспомнить
Разрыв между ними очень маленький, 15 лет, 14 лет всего. Шуберт, 1797 год, Франц Шуберт, Франц Лист, 1811 год. Всего 14 лет возникли два гения, но на разных почвах. Венгрия, Австрия. И вместе с тем мы можем вспомнить очень интересные факты. Например, биографии. Например, 11-летний Лист был включен в антологию Союза отечественных музыкантов. В 1823 году Диабелли, педагог замечательный, композитор, у него мысль возникла в 1822 году пригласить композиторов написать на его вальс, на тему его вальса, вариации. И эти приглашения были разосланы 50 авторам. И среди 50 авторов были Шуберт и Лист. Но там было много очень других, и Кальбреннер, и Можелес, и Гумель. Там была масса композиторов. Но Шуберту было в то время 25 лет, это уже был зрелый художник, а Листу было 11 лет. И через год спустя Диабелли издал этот сборник. Причем в первом томе, да, там уже был великий Бетховен, в первом томе это было 33 вариации, написанные Бетховеном для фортепиано. А во втором томе соседствовали Кальбреннер, Гумель, Черни, Мошелес, Листу. И он написал, когда подписывал свое произведение, написал: «Франц Лист, мальчик 11 лет, Венгрия». Вот тогда сознание родины очень в нем крепко сидело. И наряду с этим 25-летний Шуберт создает свои вариации. И они оказались в одном томе. Тот том, который издал и гордился Диабелли. А их соединяет еще очень многое. Если мы вспомним, что Сальери фигура очень интересная. Неоднозначная фигура. Мы знаем, по некоторым представлениям, у нас разное отношение сложилось к этому музыканту. Но музыкант был большой, великий музыкант и великий педагог. И у него учился Лист и Шуберт. И, что интересно, как говорится, и Черни, ученик Бетховена, тоже как бы соединяет в одну ниточку Листа и Шуберта. Потому как Лист по фортепиано обучался у Карла Черни, у великого педагога. Он был великим педагогом, действительно великим педагогом. Создавший не только, вот мы знаем, все те, кто учится, играет этюды Черни. Вроде бы, как кажется, конструктивный материал, не такой интересный. А если разобраться, это была целая школа Карла Черни, школа выдающаяся. Этой школе обучались многие мастера, и в том числе Листа. Эта школа дала толчок развитию гениального Листа. Вот интересные какие-то такие, если так и сопоставить, параллели возникают. А отношение к фольклору? Очень интересно. У Листа и у Франца Шуберта. Оба очень ценили, знали и любили фольклор своей родины. Вот Франц Лист создает свои венгерские рапсодии. И не только венгерские рапсодии. И не только любое произведение, если мы посмотрим и внимательно вслушаемся у Франца Листа, это прежде всего своя интонация венгра, интонация венгерской музыки, мадьярской музыки. И он никогда не отступал от этого. Он очень любил свою родину. А Франц Шуберт то же самое. Мы не можем себе представить ни одной песни, пьесы его, которая не была бы обращена так или иначе к фольклору, к традициям своей родины. А в Австрии, мы знаем, перекрещивались традиции очень многих фольклорных пластов. И это и моравская музыка, это и хорватская музыка, это и венгерская музыка, опять же те же корни.
Это и немецкое, это и австрийские йодлеры. Это и словацкая национальная музыка то же самое. То есть на перекрещивании, вот Европа же маленькая, и там все очень близко находится. Вот на перекрещении вот этих традиций складывался стиль Франца Шуберта и Франца Листа. Но каждый остался при этом национальным художником. Правда, до сих пор немцы и австрийцы спорят. Этот спор не решен. Как же мы будем считать Шуберта немецким композитором или австрийским? Написано масса трактатов на эту тему. Потому что есть основания, действительно, а ведь австрийская и немецкая культура, они очень близки, интонационно очень близки. И каждая оспаривает пальму первенства, считая, что это их автор. Немец Франц Шуберт или австриец Франц Шуберт. Но суть-то в другом. Что музыка гениальная, она осталась не только в своих странах, но она слышна во всем мире. Вот сейчас мы будем слушать. Я очень хочу, чтобы мы начали, если вам удобно или без травм, да? Чтобы вы послушали одно из замечательных произведений, популярных произведений, в хорошем смысле этого слова, потому что бывает разная популярность, а здесь именно это песни Шуберта, переложенные им самим, и возникло произведение «Грёзы любви». А у него есть три песни, он как бы сделал цикл из трех песен. И вот одна из этих песен, «Грёзы любви», сейчас зазвучит. И надо сказать, что «люби, пока ты любить ты можешь». Вот это вот слова принадлежат вот этому замечательному произведению, вокальному. А Лист услышал и сделал транскрипцию. Вот о транскрипциях мы потом еще поговорим. У Листа их очень много. 200 транскрипций разных композиторов. И своих современников, и несовременников, которые делал Франц Лист всю свою жизнь. Итак, «Грёзы любви», ноктюрн для фортепиано. А, хорошо. И вы услышите также, мне очень хотелось, чтобы вы послушали, одну из транскрипций Ференца Листа музыки Шуберта. Это будет «Маргарита Запрялка», это одна из песен Шуберта. Вы услышите, как Франц Лист услышал музыку Шуберта, как он ее дал в плане своего творческого отношения, не просто переложения, а своего творческого отношения, своей авторской транскрипции, которую он сделал. И, как сказал Асафьев, наш замечательный музыковед, говоря о венгерских рапсодиях Ференца Листа, что это баллады сказки о Венгрии. Вот вы услышите такую одну из таких баллад, их 19, а вы услышите мимажорную балладу-сказку, рапсодию, венгерскую рапсодию Листа, Ференца Листа. Просим. Thank you.
Листу за то, что мы можем играть на рояле вот эти шедевры шубертовские, песни Шуберта, не говоря уже о огромной заслуге вообще перед Шубертом Листа, я имею в виду, потому что листовские песни и вообще шубертовские песни и вообще шубертовские произведения, да, долго были мало известны, только известны были небольшому кругу музыкантов. И Лист сумел, вот он, просветительская деятельность у него была огромная, он сумел вот эти песни открыть для публики исполнением вот, на рояле в обработке своей. И вот так до сих пор пианисты имеют возможность преподносить, да, к этим шедеврам, потому что у Шуберта, конечно, замечательные симфонии, замечательные сонаты, мелкие пьесы фортепианные, но песни, конечно, это уникальные шедевры. Анна, благодарю, что она посетила нас. И, кстати, это не первый раз. Я помню, Марья Степановна была нашим гостем несколько лет назад. Вот те, кто ходит в клуб постоянно и давно, наверное, помнят эти встречи интересные. А мы хотим вас поздравить с наступившим Новым годом. Пожелать вам доброго здоровья, самое главное. И чтобы так нести вот эту традицию прекрасную. Вы, наверное, друзья мои, все услышали, почувствовали особое отношение к инструменту Марьи Степановны. Вот эти вот маленькие руки способны на очень многое. И я прошу... радость тем, кто слышит ее. Спасибо вам большое. Доброго дня. Там, обратите внимание, в киоске тоже есть много интересного. И мы встречаемся с вами. Вот, дорогие друзья, мы будем вести еще разговор о музыке Франца Шуберта. И сейчас мы будем слушать еще одно из замечательных произведений. Оно большое. Вообще, надо сказать, что Франц Шуберт писал очень разную музыку в жанровом отношении. Потому что вот мы тут называли вокальные циклы, мы говорили, что у Франца Шуберта более 600 песен. Вот только вдумайтесь в количество. Я уже не говорю о том, что это гениальные образцы, так сказать, музыкального какого-то видения мира, вот как он чувствовал этот мир. Он нес в своих звуках. А еще говорю о том, что это количественно невероятно себе представить, что за 31 год жизни, а Франц Шуберт прожил очень малую жизнь. Он даже прожил меньшую жизнь, чем Моцарт. Потому что Моцарту было 35, когда его не стало, а Францу Шуберту было 31 год. Он чуть-чуть не дожил до 32 лет. Надо сказать, что Ференц Лист прожил большую жизнь в сравнении, и очень насыщенную в сравнении с Францем Шубертом. 75 лет. И тоже огромное количество произведений было им создано. Но Франц Шуберт вот в этот короткий период жизни, концентрированный период, такой до спрессованный период жизни своей, он создал, вы только вдумайтесь, 600 песен, 9 месс, огромное количество хоровых произведений, камерную инструментальную музыку. Вот мы сейчас в афише можем взглянуть во всех залах Москвы. Это и трио, и квинтеты, и сонаты для разных инструментов, и октеты.
Это огромное количество моря замечательной камерной музыки. И вот сейчас мы послушаем одно из сокровищ. Виолончельное произведение, созданное для виолончели. Это соната арпеджио. Соната состоит из трех частей. Но она, как многие грандиозные циклы, весьма протяжена по времени. И вот сегодня мы послушаем первую часть. Я хочу пригласить на сцену Станислава Доросинского и Александра Рубинштейна. Просим, пожалуйста. Этого замечательного инструмента виолончели сродни человеческому голосу, создавая свои песни, создавая свои шедевры вокальные, он всегда обращался и к замечательному инструменту виолончели. Thank you.
стали руководители этой замечательной дуэтной пары Станислава Дранзинского и Александра Рубинштейна, народного артиста России, виолончелиста, прекрасный музыкант, замечательный, который у нас тоже в гостях и в прошлый год, и позапрошлый год в нашем клубе бывал. Алла Васильева, пожалуйста. Хочу сказать, что Алла Васильева недавно выпущена издательством. Очень интересная книга. Рекомендую познакомиться. Книга воспоминаний, книга о том, с кем связывала артистическая судьба Аллы Евгеньевны. Так что, пожалуйста, будьте готовы к тому, чтобы, может быть, увидеть ее, обратить внимание. А сейчас мы послушаем еще одно произведение Франца Шуберта, вот какое вы скажете, наверное. И будет звучать это в юном музыканте. Этого юного музыканта я хочу пригласить на сцену. Лера Стебловская. Thank you.
утренние серенады. Да, вообще у Франца Шуберта целый цикл серенад. Но это, кстати, тоже венская традиция, потому как он на протяжении всей жизни создавал серенады. Мы знаем замечательную вечернюю серенаду, да? Утренние серенады. Серенады написаны для квартета мужского, вокального, тоже серенады. Квартета, кстати, вот у него очень интересные есть произведения, которые сравнительно редко исполняются. Я имею в виду духовную музыку и, конечно же, мессы, которые он на протяжении всей жизни писал. И вот одна из таких месс написана для мужского ансамбля, мужского хора и органа. Вот очень интересный состав. И вот, кстати, вспоминая все-таки аналогии, параллели между вот этими двумя великими мастерами, еще один очень интересный факт. Франц Лист и Франц Шуберт заканчивают свой путь обретением иного мироощущения. Мы знаем, что Франц Шуберт в конце жизни принимает сан аббат. И он вступает совершенно в другую, от мирской жизни отходит. У него появляется очень много духовных произведений. И одна из таких — оратория «Христос», написанная Листом уже в конце жизненного пути. И в конце же жизненного пути Франц Шуберт пишет тоже мессу «Эсдур», обращение к текстам духовным. И вот художники отходят немножечко от какой-то вот этой жизни мирской. Они видят себя как творцы иного мира. И надо сказать, что Франц Шуберт и Франц Лист не случайно пришли в этот мир. И вот эта параллель тоже связывает двух художников интересным образом. И если вспомнить о немного, так сказать, вспоминая биографию Листа, Адам Лист, отец Листа, одареннейший музыкант, который принял на свое, как-то в начале пути своего музыкантского, он принял капеллу князя Эстерхази, в которой долгое время работал Гайдн, в которой долгое время работал Гуммель, потом это был Адам Лист. И что интересно, еще такой факт, очень редко о нем говорится, но именно то, что, будучи одареннейшим виолончелистом, отец Листа, Адам Лист, принял участие в исполнении одного из последних произведений Бетховена, причем под управлением самого автора. Вот это очень интересный такой жизненный факт. И потом, Лист спустя многие-многие годы, участвуя и давая благотворительных массу концертов в разных странах мира, именно он дает огромную сумму денег на то, чтобы Бетховену поставили памятник в Бонне. Жертвует огромную сумму. Вот видите, какие-то интересные такие связи обнаруживаются. Ничего не пропадает, ничто не случается каким-то невероятным образом. А все идет... Вот эта цепочка преемственности поколений, традиций. И вот это вот очень сильно и сейчас в нашей музыке, в нашем искусстве. Я хочу сделать такое маленькое отступление, и мы послушаем...